Строительство соответствует всем требованиям и нормам. Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин положительно оценил ход строительства жилья в Елизове. В рамках своей рабочей поездки он посетил площадку, где идет возведение двух многоквартирных жилых домов на 90 квартир. Впечатление нормально, строительная площадка соответствует тем нормам, которые необходимы. Поэтому пожелание вовремя достроить и ввести в эксплуатацию также. Красивый микрорайон рождается у вас здесь, детский садик, поэтому, да, в этом году немножко изменения в связи с коронавирусом, есть отставание по срокам, но я надеюсь, что программа будет выполнена и в сроки люди заселятся и в квартиры, и дети пойдут в детский садик, поэтому пожелание успехов строителям. За ходом работ ведется дополнительный строительный контроль. За возведением следят специалисты ФБУ, Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ. Дома по улице Строительная в городе Елизово возводят в рамках подпрограммы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае. Подрядчик уже завершил возведение двух девятиэтажных блок-секций с устройством кровельного покрытия. Выполнены работы по устройству внутренних инженерных сетей, установлены трубопроводы теплоснабжения, холодного водоснабжения и канализации, а также электрические сети. Завершен монтаж узлов учета тепловой энергии. В одном доме завершаются штукатурные работы, подрядчик устанавливает электрооборудование, оборудование, входные и межкомнатные двери. Во втором рабочие монтируют сантехнику, укладывают линолеум в квартирах, завершают отделку коридоров и лестничных маршей. Планируется, что подрядчик закончит строительство и сдаст объекты в декабре 2020 года. В новые квартиры переселят камчатцев из сейсмоопасного жилья.